Она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь мечта на двоих у меня с Юлей. И песенка про Юлю, да? И Юля на том берегу фонарики запускает. Когда утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Юлечка, ты там где? Любовь. Да. И ударили совсем на места. И тогда я написал Юля. Я мечтал, чтобы ты заплакала. И пусть учатся все одинаково. И пусть банально не этого не было. Как сумел на гитаре сыграл. Да, сынок? Классно? Супер. Ну, сегодня вечер насыщенный, да? Просто! Удивить. Яхточки плавают. Смотри, мама, смотри. Где? Там кто-то огненный. Ух ты. Поплыли фонарики. Смотри, как они плывут, значит, красиво. Фонарики поплыли. И Юлечкин плывет там. Видишь, как? Что? Да. Все красные Юлины? Яхта плывет. И папе слышно? Да, всем слышно. А еще раз объявление. Таня Никитенко, подойди, пожалуйста, к сцене. Тебя здесь ждет мама. Таня Никитенко, подойди, пожалуйста. Пока мама на фонарике. Если ты меня
Ну, я все это знаю. Друзья, если вам понравилось видео «Фонарики, фейерверки» в нашем чудесном городе на реке Сож, подписывайтесь на канал «Радуга Микс» и ждем ваших лайков. Пока!